Всем привет, с вами Ксюша. Я очень расстроена, потому что сейчас мне придется снимать такие длинные, красивые коровьи ногти, этот классный новогодний дизайн и делать короткие школьные нюдовые ногти. Ведь завтра уже начинается школа. Давайте поближе посмотрим мои ногти. Что же с ними случилось за это время? Они отросли совсем чуть-чуть, но отросли. Вот такие красивые вообще. Мне они очень понравились. Нигде я их не сломала. Они очень крутые. Я бы походила еще с ними недельку. Ну ладно. Что делать? Школа есть школа. А мы смотрим школьные дизайны от моих подписчиков в инстаграме. Спасибочки, ссылочка на мой инстаграм в описании. Девчонки отправляют столько клевых дизайнов школьных, спасибо. Это первый дизайн, я его боюсь сделать в школу, потому что тут блеск. Но все равно он очень классный. Также есть вот такой матовый дизайн с веточкой. Зимний, очень классный. Также есть такой со стразами, я его точно не буду делать, но он безумно крутой. Вот такой красивый, прозрачный с белым. Такой, знаете, женственный, элегантный. Это все оттенки молочные, кофейные, крутые, но темные. Френч, вот френч мне нравится, только здесь он слишком светлый, я ставлю лайк. Это дизайн с лункой, которая блестит, очень классный. Также просто обычный цвет ногтей, слегка молочный, они будут выделяться. Этот тоже нюдовый, а на двух ногтях тут есть блеск. Блеск, как говорится, в школу не надо делать. Это нюдовый дизайн с золотыми блесточками, но в школу я бы его не сделала. Следующий дизайн, который мне безумно нравится, просто посмотрите на цвет этих ногтей. Я обязательно этому дизайну ставлю лайк. Я хочу сделать именно такой, только покороче. Это тоже школьный дизайн. Но как-то я боюсь его делать в школу, он слишком яркий. Прозрачный дизайн вот с такими вот точечками, но знаете, издалека они смотрятся ярко. Потом вот такие ногти, как тетрадь, и тут разные рисуночки. Каля-баля, вот еще вот такие вот есть. Классные, вот тут лупа, 2 плюс 2, скрепочки, линейки. Есть такие ногти, прозрачные, с белыми всякими штучками. Так, в общем, дизайнов еще у меня много осталось, но мы опаздываем, поэтому я выключаю везде свет и бегу к Лере. Мама, бери телефон. Держи. Ой-ой-ой. Ногти вообще классные. Можно будет потом еще коровку как-нибудь сделать. Да. Форма какая? Я могу показать? Что там у тебя получилось? Смотри. Ну, хорошая форма, аккуратненькая. Хорошие школьные ноготочки. Цвет выбрала уже? Ну, такой просто нюдовый. Сейчас покрасим, и все, да, и уже готово. Да. На эту всю процедуру ушел час. Я считаю, что это немного, потому что первый раз ногти, которые были с лимончиками, я вообще делала 5 часов. А тут я делала 2 часа ногти, поэтому это гениально. В общем, за час мы уже сняли старые ногти, нарастили ногти, и все. Ну и час уйдет на маникюр и на покрытие. Кстати, вы знали такой прикол? Вот так вот делаете, сгибаете этот палец, и у вас эта часть вообще не двигается, по идее. Она вообще отказывает. То есть, я если даже напрячь, она никак. Сейчас все проверяют. Какой там цвет девочки выбрали? Который у меня уже был. Он просто такой незаметный, натуральный. Ну, он вот в капле розовый, он ляжет чуть-чуть. Ну, да, розоватый. Вот этот полупрозрачный, хорошо смотрится. Но у него все равно розовинка есть, как бы. А такого вот, чтобы прям вот в бежевый. А вот этот? Ну, знаешь, тюбики такие красивые. О, да, вот этот поспокойнее, да. А если все ногти покрыть этим, а мизинец сделать каким-то из этих? Ты мой хороший. С
Ксюша не знает уже, что придумать. Ну, хоть что-нибудь. Нет, но они же будут как бы незаметные. Да ты какую-нибудь стразинку лучше налепили, точечку поставь. Точечку одну какую-нибудь. Точечку-одиночку. Точечку-одиночку, давайте где-нибудь на безымянном уголке одну маленькую стразинку приклею. Хочешь? Делаем красный френч. Снежинки, стразы. Ксюша сама не знает, что хочет, но что-то хочет. Есть такие как бы стразы, они выпуклые, ну как бы блестки. Как мы делали сердечки. А вот Лера что-то принесла, вот такое супер маленькое. Во, совсем малюсенькое. Ну вот, да, это классно. Оригинальные Сваровски. Смотри, как блестят. Вот эти какие. Троечки, самые малышки. Какие блестки, бери стразу. Супер. На мизинчик? Да. Ух ты, крутяк. Какое место, Ксюша? Вот сюда. Школьный дизайн со стразы Сваровски. В какой уголочек, Ксюша? Вот ты мне скажи, вот с этой или да, с этой стороны? Да, стой. Вот с этой? Да. Вот сюда? Угу. Одну? Может, да. На всех? Нет. На всех мизинцах, да. Какая маленькая стразинка. Но есть. Угу. Что, как, нормально, Ксюша? Угу. Ксюша, у меня еще для тебя на большой есть вот такие черепа. Ой, гениально. Мне кажется, клеим. Они вот. Потому что сияют, угу. Яркие бриллианты. Красивые, но черепа. Такой квадрат в этот раз интересный. Какой? Такой красивый, прям явный квадрат. Покажи, Ксюша. Ой, мама придет, такие же будет просить меня. Не, мама придет, будут какие-то яркие. Длинные, яркие, чтоб Ксюха завидовала. Не плачь, Ксюха. Если хочешь, если тебе прям вот легче будет, я могу их кисть. Какие бледные, Ксюша, только скажи. Слушай, ну получились ногти. Обалденно. Это во-первых. Красивые, да, очень красивая форма получилась. Сейчас я где-то дочикиваю кучику. Вот, Ксюша, у кого теперь красивее ногти? У тебя или у меня? Ну, покажи, покажи. Блин, это тоже красиво. Смотри, какие у меня. У меня новогодние, у тебя школьные. А у меня новогодние. Новый год еще не закончился. Да уже завтра все закончится. С 13 по 14 старый Новый год. Я с красивыми ногтями. Точно. Сейчас будут фотографировать Ксюшу на ноготульке. Я уже с ногтями. Посмотрите, какие ногти я сделала. Они, в общем, такие натуральные. И на мизинчике вот здесь блесточка. В общем, очень красивые. Мне безумно нравятся эти ногти. Кому тоже ставьте лайки. А я еду домой. У меня времени сейчас 22:31. В школу мне нужно идти завтра. В общем, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! По крайней мере, хоть блесточку сделала.